Моя профессия называется машинист крана металлургического производства. Я работаю в отделении колпакового отжига. Я использую вспомогательный подъем, на нем магнитная шайба для укладки конвертерных колец между рулонами, и главный подъем для установки рулонов на нагревательные стенды для последующего их отжига. Я работаю сразу двумя подъемными механизмами. Грузоподъемность вспомогательного механизма составляет 20 тонн, а грузоподъемность главного подъема составляет 80 тонн. И ты понимаешь, что этими женскими руками ты тягаешь такие громадные грузы. Свою работу я считаю ювелирной и интересной, так как стенды мы упаковываем сантиметры к сантиметру. Работая на таком серьезном оборудовании, нужно понимать и учитывать всю ответственность того, что ты делаешь, потому что внизу находятся люди. Еще проходя практику на самых низких кранах, я поняла, что к высоте привыкаешь. И постепенно, поднимаясь выше, она мне уже не казалась такой непобедимой. Все краны, по сути, одинаковые. То есть одни и те же контроллеры, одни и те же механизмы, но каждый работает по-своему. Это как человек. К нему нужно привыкнуть и его нужно почувствовать. Когда ты чувствуешь кран, ты с ним работаешь единым целым.